Всем привет, это у нас Granny 1. Мы продолжаем проходить мод, где у нас машина находится на у ворона. С дедом причем. Но я начал игру заново, поэтому... И примерно я остановился вот на этом моменте. Я сделаю игру тихой, чтобы она не кричала. Так что давайте продолжать. Так, аккуратненько берем. Ох, бабка, бабка. Главное, чтоб ты мне сейчас не помешала. Сейчас придется бежать. Вот где там будет... Что это было? Что это? Успел. Фух, успел. Хорошо, отлично. Дед пришел, отлично. Это одинаковый рандом. Я, короче, посмотрел в настройках. Что у нас там по поводу пресет 1? Это, короче, рандом предметов. Так, я уже практически все детали нашел, осталось найти свечку. И мне кажется, я знаю, где она. Она как раз у ворона, в секретном замке. Но мне нужен гаечный ключ, сейчас я его заберу. Открываем гараж и уходим, чтобы бабка нас не спалила. Теперь аккуратно идем. Так, теперь еще раз заманиваем их сюда. Забираем гаечный ключ. Потом их маним на эту сторону. И идем к птице. Так, вот гаечный ключ. Все, отлично. Все эти детали уже найдены. Хотя, знаете, что я думаю? Давайте-ка я лучше их сейчас усыплю с арбалета. И будем собирать машины. Так будет лучше. Я его сейчас с собой возьму. Где он? Вот он. Берем. Так. Все, отлично. Арбалет у меня. Сейчас пока его так выкидываем сначала. Берем вазу. Все, я готов стрелять. Решил записать видео с голосом, чтобы было интересней. Так, минус бабка. Где дед? Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, бабка. Ты чё это? Во второй части Грэнни её чё-то как-то бабку тоже немного того. Так. Ну, где дед ты? Дед, всю катку портишь. Дед, в этой игре дед, можно сказать, практически руина катки. Потому что он глухой и бегает по разным местам, вообще ничего не слышит. Ах ты, не попал, гад. Так, ладно, тогда делаем так. А, ну он же глухой, в принципе, то подождите. Можно же его позвать?
А я сейчас пойду собирать машину практически. Да, это лучший вариант. Погнали. Так, главное, чтобы ключ далеко не улетел. Теперь мы берем гаечный ключ. Ага, заметил, гад. Да ну тебя. Все, отстань. Я пошел машину собирать пока. Так, тогда сейчас вот так сделаем еще. Вот так. Все, пошли. До бабки, надеюсь, все успею сделать. Все, отлично. Давайте собирать машину. Сначала бензин. Так, вроде это дед. Эх. Блин. Боюсь, сейчас бабка проснется. Сейчас тогда позовем ее на улицу, что ли? Сюда куда-то. Ёкарный бабашин, ключ на улицу улетел. Вот это поворот. Придется теперь за ним бежать. Черт. Ладно, тогда сначала соберем машину. А, стоп. Забыл. Сейчас самое главное сейчас. Забыл открыть секретный замок. А, да ё-моё, чё я всё путаюсь. Запутался уже, ладно. Ес, свечка. Ура. Сегодня наш день. Можно с мастер-ключом просто уехать. Почему бы и нет? Теперь берем деталь. Берем гаечный ключ. Так, вот сейчас еще самое будет опасное пойти за ключом от машины. Вообще с бабку должна заморозиться. Еще дед придет. Надеюсь, что я успею. Все, бабка заморозилась. Теперь надо сейчас быстро выходить. Бежим. Так. Вот такой вот мод. Мне очень понравилось, что машина находится у ворона. Я хочу потом попробовать поиграть в мод, где теперь машина будет на улице. Так, где-то здесь ключ. Вот он. Все, погнали. Поиграю в мод, где машина находится на улице. В Грэнни 1, версия 1.5. Я сегодня, короче, хотел показать Грэнни 2 мод, где вертолет будет находиться у ребенка. Ну, короче, мод не работает. Поэтому... Все, поехали. Секундочку. Поехали. Все, получилось. Я это сделал. Смотрите, магия. Опа. Видели у деда глаза? Побелели. Да, вот такой вот мод. Ну что ж, надеюсь, вам понравился. Всем удачи. Вот такая вот, кстати, картинка. Классно, мне вот понравилась эта картинка. Прикольная, реально. Вот лучше бы сделали на обычный мод с дедом. О, второй мишка, смотрите, прикол. Два мишки сразу, это жесть. Ах ты, капкан не захлопывается, прикиньте. Жесть, фейковый капкан, можно сказать.
Ну что ж, ладно, давайте закончим на этом видео. Надеюсь, вам понравилось. Скоро будут новые видео по Гренни. Ставьте лайки, всем удачи и всем пока. И тебе пока, Мишка.